Студенты Сочинского института РУДН сегодня получили возможность понять, в каких сферах востребованы те или иные специальности и какие условия готовы предложить работодатели молодым специалистам. Работа, которая сегодня предлагается нашими работодателями, нашим студентам, она очень интересна. Это как раз та работа, где можно построить карьеру. Суть этих встреч, чтобы те предприятия, которые строят здесь бизнес и выстраивают свои бизнес-концепции, чтобы ориентирование было на наших сочинских студентов, на наших сочинских жителей. Большинство предприятий города Сочи различных сфер деятельности заинтересованы в молодых специалистах, выпускниках Сочинского института РУДН и предлагают им последовательный путь построения карьеры от прохождения практики до трудоустройства. Для нас наши работодатели – это партнеры в нашей научно-образовательном производственном процессе. Практика, очень конкретная работа по учебным проектам и планам и адаптация на рабочем месте. Вот три таких основных позиции, которые мы всегда держим под своим контролем. Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в молодых специалистах и готовы предложить им достойные условия труда. В рамках презентации они представили подробную информацию о своих компаниях, наличии вакансий и требованиях к соискателям, а также ответили на интересующие студентов вопросы. Мы испытываем кадровый голод. И мне иной раз приходится со всей России искать специалистов. И те специалисты, которых я с собой привез из Москвы, которые приехали из Новосибирска, они сейчас заинтересованы отдать молодому поколению свои знания. Поэтому нам это очень нужно, чтобы приходили студенты и лучше мы отбирали себе на работу. Об условиях работы, вакансиях и заработной плате сегодня студентам рассказали представители курортов «Роза Хутор» и «Горки Город», казино, сети отелей «Красной Поляны», «Сочи Парка», фонда «Талант и успех». Участие в ярмарке вакансий также приняли сотрудники МФЦ города, медицинской лаборатории «Оптимум» и природного орнитологического парка. И судя по их отзывам, у выпускников Сочинского института РУДН есть все шансы стать частью дружной команды каждого из предприятий. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.